Привет всем, с вами я, ЖК100, и у меня сегодня на обзоре мини-диджитал спикер AN29 Music Portable Speaker Ultratin Fuselage. Ребятки, скажу так, характеристики это я в интернете не нашел, да их это и вот этой вот самой акустики нету в интернете не увидел, просто-напросто много всего пообежал. Но, к сожалению, характеристик не нашел. В общем, она поставляется в такой стильной коробочке. Вообще прикольная такая маленькая коробочка, да и колоночка такая тоже вообще найсовая. Я покажу ее вам. Что она из себя представляет? Ну, она имеет FM. Это FM Radio Station, это радиостанция, да, ребята, я сегодня проверял и где-то 25 каналов сразу в лед нашла. Стерео эффект имеет, но хотя у нее одна один динамик и пассивная мембрана, я покажу. Digital Jukebox, это эксклюзивная лицензия, еще она имеется, она внутри там. Но доставать не буду, там этот проводок и аккумулятор емкостью 600 мАч. Ребята, я поменял на другой, купил нокиевский на BL5C на 1020 мАч. И поставил уже вовнутрь, прям туда, в портативную колоночку. Вот так. Вот такая стильная коробочка. Music Portable Speaker. Color у меня красная. Была еще синяя и черная, но я взял красную. То, что красный цвет мне нравится. Так, вот такая вот штуковинка. Да, и то, что вот видите, появился свет в моей это, камере. Купил себе смартфон Samsung Galaxy Grand Prime. Вот, 780 рублей она стоит, AN29. Как самолет, ё-моё. Так, что тут еще есть? Да, вроде все показал. Ну, вот, коробочка. Ладно, вот. Сама радиостанция такая. Вот этот ремешок. Вот. Это, короче говоря, чисто так для носки, но не вздумайте его вообще. Это если вот найдете вот такую вот акустику, то не вздерните вот, не вздумайте. То, что тут находится сама антенна. Вот, в прозрачном этом оплете. Оплетки находятся. Ну вот. Здесь находится microSD карта. Включение-выключение. Вот сейчас. Вот on-off и TF карта. Потом здесь вот находится AUX. Ну, чтобы можно было наушники подключить. Это и да, всякое. Потом простая флеш-карта. Ну, большого стандарта. И мини-USB для зарядки. Аккумулятор вставляется вот здесь. Сейчас открою. Ребята, погодите. Вот. Нокиевский. BL5C. Оригинал взял. Чтобы все нормально было. Ой, блин. Закрывается очень легко, и все нормально с ней. Также они здесь это имеются часы. В этой колоночке. Ну вот, кнопка назад и вперед. Но следующий трек и предыдущий трек. Также и минус плюс звук. Мод находится посередине. FM снизу. И play stop сверху. Значит, ну что, давайте-ка мы прослушаем эту колоночку, посмотрим, как она звучит. Послушаем. Nigerian hammer,
criteria compared to your career. This isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and me on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my second minutes, I was go to the almighty dollar in the almighty power of that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on a bridge, pussy popping, tell the coppers, ha ha ha. You can't catch him, you can't stop him. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like overridden bopper. Motherfucker, I'm ill. Yeah. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open a Lamborghini, hoping them crack the semen. Like, look at that bastard Weezy, he's a beast, he's a dog, he's a motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a goblin? Nothing, nothing, you ain't scaring nothing. On some faggot bullshit, call him Dennis Rodman. Call me with your own bitch, call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy. She changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asked for the money, when you threw, don't be surprised, bitch. Ну вот, ребятки, вы услышали, как она звучит. Звучит она довольно-таки добротно. Здесь находится 40-миллиметровый динамик, даже может больше чуть-чуть будет. И вон это находится пассивная мембранка. Вот она, видите вы ее через белую сеточку. В общем, вот такая колоночка. Вообще классная. Звуком я доволен. Не хрипит ничего, это не свистит, это не жужжит или лишнего там и всего. В общем, я доволен колоночкой этой, ребята. Она, скажу, довольно-таки в руках расслабленно держать это, ну, будет немножко тяжело, а если так, это легкое вообще. Ну вот, с вами был я, ЖК100. Если вам этот обзор понравился, ставьте лайки. И всем пока-пока.